Всем привет! Уютненько тут устроилась. Вечера сейчас длинные, дня ни на что не хватает, поэтому снимаю вечером. Вот третью чашку кофе опустошаю. Ой, впала в детство я тут. Вот, тоже подтверждение. Кофе с кукурузными палочками трескаю. Что-то прям подсело на них, как в детстве. Купила вот такие вот шарики. Сегодня нарвалась на них. В канцелярском магазине причем. Раньше даже не знала, где их приобрести. Ну вот, пачечку там развела. Дело в том, что я покупала растения разные. Мне в подарок надавали много череночков. Но они настолько коротенькие, вот сами стебелечки, что... Ну, неудобно их ни в стаканчик поставить, ни там, ну, ни в какую емкость. Потому что они сползают в воду. Как бы мне это не нравится, но вот решила в аквагрунт их поставить. Они, по крайней мере, так держаться будут лучше. Вот. Ну и заодно вот хочу вам показать семена. Часть семян я покупала в магазине, часть заказывала на сайте. С девчонками на работе скооперировались. Вот. Но они брали многолетники сеять. Я пока по комнатным. Многолетники я, ну, как бы не очень. Я предпочитаю рассадой взять. Я сею однолетники обычно. Но это ближе к весне тогда начну закупаться. В общем, взяла гипоэстес. Капли акварели. Такой вот он мне прямо нравится. Сегодня, кстати, в магазине видела в горшочках. Вот, но мне интересно самой вырастить. Семена в феврале, в марте высевать. Если бы у меня была подсветка, я бы, конечно, сделала это раньше. Не удержалась бы. Вот такое растение интересное. Бумажное дерево. Смотрите, какие плоды завязывает после цветения. Ну, я немного в интернете посмотрела информацию. Довольно сложно его вырастить. Смотрите, какие листочки интересные. Так, дальше стрелиция королевская. Райская птица. Действительно, на птичку похожа. Такой вот длинный клювик и хохолок. Вот это вверх смотрит. Никогда у меня ее не было. Честно сказать, я даже ее и не видела ни у кого. Вот. Ну, это бутилончик. Тоже нравятся мне эти цветочки. Нежные такие. Такая, как юбочка у дюймовочки. Такие прям миленькие. Так, ну это геранька моя любимая. Мне нравится брать смеси, потому что, ну, интересно ждать, какой же цветочек получится. Такая своеобразная рулетка. Как тебе повезет. Вот, в принципе, они у меня все такие были. Ну, все ради процесса. Такой вот колюс взяла. У меня есть красный, темно, ну, такой почти чернильный, ярко-зеленый, даже не ярко-зеленый, а как цвет лайма. А этот вот такой, как кирпичного цвета, как оранжевый, что ли. Коралловый восход. Да, вот коралловый цвет. Такой симпатичный. Так, это вот я сегодня взяла. Такая. Я сперва думала, что это отсвечивает все. Думала, что это плющелистная пеларгония.
Мне кажется, листочки такие прям жесткие на картинке выглядят, по крайней мере, так. Но все-таки, наверное, зональная. Кстати, ничего не написано. И видите, цветочек как в форме звездочки. Ну и форма листьев тоже, смотрите, какая красивая. Вот, попробуем посеять. Ну, это вообще как бы для грунта, как однолетник выращивают. Ну, вообще-то хризантемы и в горшочках неплохо себя чувствуют в качестве комнатных растений. Это индийская смесь. Такие вот набитые шарики, прям пышненькие, толстенькие. Красота. Обожаю запах хризантемы. Такой какой-то горько-полынный. Так, это тоже для грунта. Традисканция. Я ее купила. Маме показала. Она на пакетике посмотрела. Говорит, у нас же такая есть. Вы представляете, я не узнала. Не узнала цветочек. У нас вот такие вот, как синенькие. Ну, не знаю, тут пишут, что цветет пышно. Я бы не сказала. Обильно цветущее растение высотой до 60 сантиметров. Я бы не сказала. Цветочки довольно реденько. Реденько-реденько. И держатся недолго. Но все равно такое очень приятное растение. Так, это вот голландская селекция. Такая вот пеларгония. Маверик или маверик. Не знаю, как правильно. Тоже смотрите, какое необыкновенное. Такой колор. Необычный. Темненькая серединка со светлыми лепесточками. И вот переходит в более темный, видимо. Ну, по мере того, как раскрывается там какое-то время, постоит раскрытый цветочек, потом, наверное, цвет меняет. Ну, вот, скорее всего, из темного в светлый, я так думаю. Когда только раскрываются цветочки, более темные. Вот, если такой прям один в один получится, будет очень, конечно, красивый. Картинка не всегда соответствует действительности. Это вот еще одна смесь. Королевский букет. Такие огненно-красные. Ну, лосось. Вот этот вот интересный. Вот этот цветочек. Очень хвалят вот эту фирму. Это японская селекция Саката. Вот, взяла, в общем, глоксинью. У меня ни одной махровой нет. Вот взяла попробовать посеять. Так, вот еще одна фирма Саката. Тоже странно. Написано цвет светло-фиолетовый. Да? Да. Ну, какая же она светло-фиолетовая? Мне кажется, она белая. Просто с фиолетовым горлышком. Может быть, опять же, фотография так не передает. Ну, не знаю. Посеем, попробуем, посмотрим. И такая вот нежно-розовая. Милашная. Горлышко более темное. Края лепестков посветлее. Не однотонная. По-моему, чудесные. Только сейчас осознала, что у меня нет пачки семян гибискуса. То ли кому-то к девчонкам попало. Дома вроде потеряться они не могли. В общем, надо поспрашивать. Может, у кого-то они случайно оказались. Зато нашла у себя тарению забытую. Нужно будет подкупить других расцветок. Вот та, что у меня была в горшочках. Она завяла, ну, засохла с весны до осени, пересидела.
Я ее обрезала один раз, она повторно процвела. Ну, как говорится, время взяло свое. Все-таки это однолетник. Вот. Ну, обязательно весной посею. Очень мне они понравились. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока-пока.